Улыбнись. Вот молодец. Ты же умничка. Вообще красавец у нас. Теперь у Севы появился повод для улыбки. Новый аппарат для гемодиализа поможет ему хоть немного справиться с недугом. Мальчик уже на протяжении 7 месяцев проходит лечение в Челябинской клинике. Благодаря новому аппарату для гемодиализа он сможет дождаться пересадки донорской почки. Производится забор с помощью насосов этого аппарата, которые крутятся крови из организма пациента. Происходит пропускание крови через систему, и излишек токсинов из организма удалялся. Кровь пропускается через этот гемофильтр, излишества. Они остаются в этом гемофильтре, грубо говоря, и в организм ребенка уже возвращается очищенная кровь. Челябинская детская клиническая больница – уникальное медучреждение в регионе, где проводятся процедуры гемодиализа детям. Один-единственный аппарат часто работал в круглосуточном режиме и не раз находился в ремонте. Новое оборудование поможет оказывать помощь большему количеству пациентов. Помощь должна оказываться в соответствующих условиях, и помощь должна оказываться согласно, по сути дела, самому высокому профессиональному стандарту. Для того, чтобы на сегодняшний день это делать, для любой технологии необходимо хорошее оборудование, хорошие расходные материалы. Потому что люди, приходящие сюда, просят непосредственно со своим ребенком жизнь, а также хорошее качество жизни. Приобрести жизненно необходимое оборудование Челябинской больнице помог благотворительный фонд РМК. Компания с 2005 года поддерживает юных пациентов с различными заболеваниями. Мы узнали, что в Челябинской областной клинической детской больнице есть всего лишь один такой аппарат для экстренного гемодиализа, который, к сожалению, очень часто востребован в ситуациях спасения жизни ребенка. Поэтому мы решили, что это будет лучшая возможность оказать помощь для здоровья детей таким образом. Только за 7 месяцев этого года через отделение реанимации и интенсивной терапии прошло 10 детей с острым поражением почек. И, как отмечают врачи, в последние годы количество таких пациентов растет. И с новым аппаратом у детей будет гораздо больше шансов на жизнь. Венера Каримова, Василий Ермоленко и Азиз Хаджиев, 31 канал.